Надеюсь, твоя девушка стоит гнева лорда Рейдена, Лю Канг. Заметь, я тебя игнорирую. Наверное, они перевели Китану. Так мы и сделали. Мы знали, что за ней кто-нибудь придет. Присоединитесь к ней в смерти. Раунд 1. Файт! Скажи спасибо, что я решил не проливать твою грязную кровь. Кто ты? Есть что-то в тебе знакомое. Помощь не нужна? Четыре руки против двух, какой-то уж нечестный бой. Лю Канг! У тебя уже был свой бой с Лю Кангом. Теперь ты сразишься со мной. Теперь, если у тебя осталось хоть немного чести, ты скажешь нам, где Китана. Ее забрали в Колизей, где ее, без сомнения, и казнили. Ты лжешь! Возможно, она еще жива. Идем. Победил. Вон Китана. Я должен ее освободить. Не сейчас. Смолка и Джонни Кейджа победили. И я больше не ощущаю присутствия Джаксона Брикса или Сони Блейд во внешнем мире. Несмотря на мои сомнения относительно того, что ты спаситель земного царства, ты должен сражаться. Но ведь не я должен победить. Рейден. Выдвигай достойного чемпиона, если можешь. Возможно, тебе суждено стать победителем. Ты будешь драться с Шанг Цунгом и Куан Чи.
Пареньку из земного царства не остановить смертоносный альянс. В этом мы оба согласны. Все кончено. Нет, Кунг Лао. Это далеко не конец. Я сожру твоё сердце! Kung Lao wins.
Видите, Рейден? Земное царство свободно. Кунглау, нет! Я сдеру кожу с твоих костей. Глупый мальчик, ты хоть знаешь, кто я? Убийца моего друга. Я Шаокан, завоеватель миров. Тебе не почувствовать победы. Ты почувствуешь свою собственную кровь. Давай! За Кунглау, Шаолин и земное царство! Поверить не могу. Земное царство одержало победу. Старшие боги сказали свое слово. Земное царство навечно освободилось от Шаокана. Но цена победы оказалась слишком высокой. Я повинен смерти Кунглау. Я его вдохновил. Наш триумф не должен был стать таковым. Теперь я понимаю. Он должен победить, относится к тебе. Но для предотвращения Армагеддона ты должен был одолеть Шаокана, а не Шан Цунга. Этого не может быть. Шаокан мертв. Но будущее осталось неизменно. Шаокан мертв. Мелина его наследница. Она будет править. Мелина? Она существует только из-за моего колдовства.
А ты дышишь, потому что я сдерживаю свое. Император! Вы живы? Меня не так просто убить. Куан Чи ускорил мое восстановление. Император, я... Ни единого слова. Из-за тебя внешний мир больше не может поглотить земное царство. Еще есть один вариант, император. Вторжение. Вторжение? Издеваешься? Защита Синдал не позволит мне ступить в земное царство. Вы не думали, почему ваша жена-императрица решила предать вас таким специфическим образом? Конечно, думал. Но даже спустя тысячелетия ее мотивы остались загадкой. Она поняла, что меры безопасности, предложенные старшими богами через смертельную битву, всего лишь выдумка. Она пожертвовала собой ради защиты, которую не смогли дать старшие боги, чтобы земное царство не пострадало так же, как и Дения. В самом деле, я овладел необходимыми чарами для ее воскрешения. Ее защита исчезнет, а вместе с ней барьер, мешающий вам войти в земное царство. Разумеется, я верну ее вам. И она будет намного послушнее. Это очень щедрое предложение. Рад служить, император. Я устал от кудесников, Куан Чи. Докажи свою ценность. Приведи ее ко мне. Синда. Куан Чи. Шао Кан ждет вашего возвращения. Император. Да. Что с Китаной? Китана встала на сторону земного царства. Значит, она мне больше не дочь. Отведи меня к Шао Кану. Да, императрица. Вторжение в земное царство можно начинать. Ракета!